Жить хорошо там, где все соседствуют дружно. Уже 22 года в Нижнем Новгороде существуют советы самоуправления, которые связывают простых жителей с представителями власти. Они знают все нужды и, как говорят, чаяния нашего населения, работают с ними напрямую. От них мы узнаем все проблемы, которые есть жителям. По благоустройству, по содержанию домов, как работают дворники, как работают лифты, как работают лампочки в подъездах и так далее, и так далее. Потом мы с ними проводим все праздничные мероприятия, которые людям интересно проводить в своем дворе. Самые родивые руководители советов успевают во всем. И дом благоустроить, и территорию озеленить, и даже о здоровье своих жителей позаботиться. В этом году, это уже четвертый год, мы реализуем собственную нашу программу развития дворового спорта. Она так и называется «30 спортивных дворов». Это те дворовые мини-площадки, те спортивные турники, которые располагаются в нашем микрорайоне, мы хотим вдохнуть в них жизнь. Во-первых, обновить, построить новые и насытить их естественной жизнью для оздоровления горожан. Глава города Иван Корнилин наградил не только лучших руководителей советов самоуправления, но еще и жителей, которые собственными силами создают красоту возле домов. Цветы нам приносили жители, которые живут во дворе. Там и гортензии, и бархотки, и астра. Ну, много очень цветов. Всех не перечислишь. Как жители относятся к вашей такой инициативе? Вы знаете, жители очень хорошо. У кого не попросишь, любой цветок, они любой цветок нам приносят без разговора. Сначала, когда я рассаживала цветочки и выращивала, их почему-то молодежь не обрывала. И с каждым годом, чем больше сажаешь цветы, ухаживаешь за ним, и уже молодежь привыкла к этой красоте. И вот этот год даже цветочки были не только в палисаднике, а даже за палисадником. Награды получили и те, в чьем доме лучший балкон и подъезд. Словом, признания достойны все, кто не ленится создавать красоту и уют вокруг себя.